Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера 23-го сезона сериала «Тайны следствия». В продолжении после очередного расставания с Луганским в жизни Марии Сергеевны вскоре появляется новый поклонник Васнецов. Но Швецова не воспринимает его всерьез, стараясь разобраться в себе и своих чувствах. Тем временем отношения между Платоновым и психологом Верой Черняевой продолжают набирать обороты. А новый криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в Людмилу Каланкову. Но страсти кипят не только на личном фронте, вместе с командой оперов. Под бессменным руководством Кораблёва Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия. К своим ролям вернутся Анна Ковальчук, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Камашко, Ольга Павловец, Злата Ильченко и другие. Премьера 23-го сезона сериала «Тайны следствия» состоится уже зимой этого года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.